машинки, потому что здесь не нужно большая прям таки скорость. Вот так, ладно, едем аккуратненько. Сильно не ускоряемся. Так, газ, нитро. Ускоритель. Так, и все, мы опять надо было... Надо, тут, короче, ускоряться. Здесь есть подводный такой вот... Подводные камни. Все, едем. О, и проезжаем здесь. Опа, а вот здесь надо аккуратно, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Бешеная у нас машинка. Фиолетового цвета почему-то стало, не знаю. А, вот и поворотик здесь. Ух ты, пролетели мы. Офигеть, перевернулись. Ух. Ну все, главное, что мы не вылетели никуда. Все, отправляемся дальше. Едем. Не знаю, нужно здесь такой супер ускоритель или нет. Ух ты, нифига. Мы долетели до финиша прям. Дальше, next. И у нас 12 уровень. Так, давайте, ну, возьмем вот эту новую машинку. Поехали. На синеньком. Таком вот, Ларгусе. Ага, что мы здесь видим? Крутилок много и много. Всяких непонятных штук. Ладно, мы сюда повернем налево сначала. А здесь поедем с правой стороны. Интересно здесь устроено. Опа. Так, опять вот эти вот шипы. Ах ты, ё-моё, смотри. Ну какого? Какого фига? Нет, смотри, она меня не пускает, я что-то не пойму. Что-то я опять баги, что ли, какие-то. Забагованная игра. А нет, смотри, здесь проехали. Так, стоим. Так, ждем. О, поехали. Здесь едем не спеша. Сюда поворачиваем и успеваем, успеваем проехать. Ух ты, опять дыры у нас. Здесь находится. Ага. Главное вовремя заметить, что асфальт заканчивается. Все, проезжаем. Так, здесь тоже дырочка. Берем нитро. Так, и здесь какой-то или спуск, или что? Что оно мне тут показывает? А, ускорение. Ну все, нормально, успели. Главное успеть. Опля, нифига. Тихо, 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 аккуратно. Так, чекпоинт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Хорошо, что нам это не нужно. Мы здесь не будем проезжать. Да, уровень большой, я смотрю. Есть. Проехали мы здесь. Так, опять кольцевая дорога. Да, у нас скорость большая. Опля, а здесь как у нас? Как-то все криво сделано. Нет, смотри, не можем. Ох ты! Опять что застревать начинаем? Ладно, сделаем по-другому. С другой стороны поедем. Нафиг кому я? Зачем я сюда вообще поехал?
Здесь дорога свободная. Слушай, а в ту сторону мы едем или нет? Мне кажется, мы не в ту сторону поехали. Что-то мне так вот кажется. Нет, правильно. Нам нужно сюда ехать. О, а здесь мы проехали. Получается. И здесь проехали. А вот чекпоинт. Опа, все. Аккуратно, аккуратно. Проезжаем. Так. Ну все правильно, едем, правильно. Нормально. Сейчас доедем. Ох ты! Дыра какая! Ёлки-палки, нифига себе! Газ нитро. И все, финиш. Ну, наконец-то, наконец-то. Все, приехали. Ну что ж, на этом будем, наверное, заканчивать серию. Покатались на машинках. Всем большое за просмотр спасибо. Обязательно поставь лайк этому видео. Ну и подпишись на канал. Пока-пока. Сальвадор, исторический центр. Поехали. Так, бензинчик. Так, у меня получается бензинчика сейчас, в принципе, хватает. Нам нужно вырваться хотя бы в пятерку. Сначала. Пятерку лидеров. Ох ты, тихо. Так, у меня нет заправки. По идее, нам здесь понадобится заправочка. Но на карте не было заправки. Так, все. Подняли мы немножко топлива. Ох ты, ё-моё, как же мне проехать-то здесь, а? Ребята, вы мне скажите, как мне здесь проехать, если вы мне мешаете постоянно? Так, шестое место. Шестое место. Где-то здесь бензинчик был. Где-то был здесь бензин... А, вот он бензин. Все, забрали бензинчик. Так, ускоряемся. Да, машинка огонь. Возможно, я даже приеду первым. Так, все. Куда спешить? Ведь мы же в отпуске. Действительно. Куда спешить? Первое место занять надо. Ё-моё. Так, все, бензина у меня достаточно. Икс. Ага, третий приехал. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Нормалек. Третье место. Так, подняли немножко жетонов. Поехали дальше. Сейчас выберем машину новую. Мэкш, подади, Амантина. Вы открыли новую гонку за улучшение, спасибо. Ну, поехали давай вот на этой гонке. Посмотрим. Выбираем нашу тачку. Плато. Шпада Димантино. Возьми. Плато какое-то. Угу. Лады. Такого бензик он забыл. Так, мне пока бензик не нужен. Вроде бы как не нужен. На, получи. Ох, какие скоростя. А ну-ка, аккуратненько здесь надо быть. О, кто-то мне заехал в задницу. Добавили мне ускорение. Фига ты какой резкий, слушай, алло. Ох, вот и турбо у меня. У меня есть турбо. О, нифига я врезался.
прям в стол. Кто здесь столбы-то наставил? Ребята, это гоночная трасса. Зачем ставить столбы? Непонятно. Так, потихонечку бензин у меня будет заканчиваться. Ух, как резко. Какие резкие повороты. Во. Так, у нас на финише получается... заправочка получается. Все, надо не забыть. Потому что в следующий раз у меня, ребята, реально закончится бензин. Ох, как надо было так врезаться, я вообще не понимаю. Мало топлива. Мало топлива. Ага. Все, теперь нам показывают, где топливо есть. Будем примерно ориентироваться. Есть. Две штуки взяли. Так, тут еще ускоритель лежал. Так, и нам нужно тут левее держаться. Здесь тоже будет у нас топливо слева где-то. Во, отлично. Хорош. Едем третьим. Третье место занимаем. Где-то посередине, не помню где. Еще турбоускоритель был. Да, ёлки-палки. Так, ну скоро бензинчик будет. Вот он, бензинчик. Отлично. Пришлось немножко притормозить, чтобы бензин взять. Так, а у нас это последний круг, кстати. О, финиш. Ну что, я занял третье место, опять-таки. Третье победное место. Хорошо. Так, новое улучшение. Выберите улучшение. Дифференциалы, коробка передач. Ой, ну ладно, подтвердить. Коробку передач улучшили. Фух, да, Бразилия 20% пройдена. Ну, неплохо, неплохо. Давайте Нитерой попробуем. Проехать. Так, нормально, стартанули хорошо. Так. Опа, фишки, мне нужны фишки. Ты чё такой, а, наглый? Тип. Наглый тип. О, бензинчик, бензо. Пойдёт. Ё-моё, вы что, тоже на ускорителях, что ли, сидите? Блин, две штучки не взял. Так, бензин где-то справа, да, сюда? Ух ты, ёлки-палки. Чуть-чуть бензинчика нам не помешает. Вот, уже едем шестыми. Ускоряемся. Есть, все жетоны собрал. Так, где-то здесь бензинчик будет. Во, отлично. Теперь можно ускориться спокойно. Так, четвертый пока еду. Ой-ой-ой, нет, пожалуйста. Только не перевертаться. Только не перевернуться, то есть. Это тебе не размеренная игрушка. Где ты можешь просто ехать и медленно ехать, не переживать. Здесь, ребята, надо внимательно, напряженно. Да, третье место, новый рекорд. Хорош. Побили рекордик, собрали жетоны. Топлива у меня еще куча было. Вот, потихонечку мы растем, чтобы открыть новую карту. Чтобы открыть новую мировую карту, Мастрая, тропики. Ну, сейчас поедем.